Хей, ребята, с вами Фибоначчи. Мы продолжаем прохождение игры Принц-разбойник Персия. Чё ты опять хочешь? А это кто появился? Какой-то тип появился. Я сыграл разок, но я никого не находил. И то я мало прошел. Даже до босса не дошел. Он мне каждый раз будет говорить: «Привет, наконец-то ты встал». Сколько прошло времени? У вас нет времени. Похоже, кто-то встал не с той стороны кровати. Но... Нет, нет, просто это... Не шуми так много, малыш. Кто-то появился, пока ты выздоравливал. О, он просто так появился. Надо дохнуть, и они появляются. Прикольно. Что? О чем ты говоришь? Эй, я серьезно, иди посмотри сам. Эй, ты, а что ты здесь делаешь? Я пересек горы и леса, чтобы добраться до тебя, оставив свою родину далеко позади. Но это невозможно. Я тебя даже никогда не видел, и ты не можешь быть здесь, я имею в виду сейчас. Не волнуйтесь, принц, дай мне немного отдохнуть, и я буду готов ответить на все твои вопросы. Если я уйду, ты все еще будешь здесь со всеми своими воспоминаниями? Конечно, и у меня даже для тебя будет сюрприз. Как странно, единственный человек, на которого не влияет эта временная петля. Ну вот, кого-то нашли. Тут ловить мне нефига, погнали дальше. Так, ну я посмотрел новый крюк, новый меч. Не то, не то, не очень. Крюк урона вообще не наносит. Только станет и притягивает. В этом его и фишка. Да хотел дойти до босса, проверить, надо ли крюком пользоваться. А вот не дошел. Поэтому теперь на запись, ну его нафиг. Но видите, появляются, дохнешь, появляются какие-то новые. То есть надо все больше, больше и больше проходить. 4 дня назад это, так. Заходим. Ловушки. Так и знал! Так и знал! Вот почему не посмотрел? Да потому что мне неудобно перетягиваться постоянно на эти гребаные кнопочки. Что нормальное управление придумать вот нельзя было для игры? Чтоб на клавиатуре. Нет, блин, подсоединяйте геймпад. Что-то вниз упал. Копье? Я ни разу копье не находил. Во-первых, рецепт копья. Само копье. Конечно же, мы его берем. Это, по-моему, будет сейчас имба. То здоровье восстановить. А, вот что упало. Так, ладно, выходим. Последний удар мне непонятен. Ну-ка, сильный. Он его выкинул. Ну, прикольно. Метать копье. Вроде плохо. Взял вот так. На. А, оно не сразу у меня восстанавливается. Кулаками пошел биться, я понял тебя. Но мне нравится дальность у него. В общем, кайф. Пока, возможно, лучшее оружие. Да ты офигел? Да ты офигел? А вот нет уклонения, и все, и ты хоть тресни.
Ничего ты с этим не можешь сделать. Он просто летит и насилует тебя. А как в воздухе ты бьешь? Вниз, да? Давай. Когда вы пинаете, создайте лужу. Дерьмо. Лужу смолы. Не, ну если эту смолу поджигать, то будет, наверное, не дерьмо. Пинок, блин, этот не всегда работает. Идиотизм. Понятно, по щитам он не работает. Видите, он создает и там, и здесь. Внизу тупик. Пошли вниз. Его надо подходить, забирать. Ничего не пропустил? Вроде нет. Он что, выжил? Убить? Это ж голда. Придумали игру без уклонения, ну блин. Не должно такого быть. Я понял, почему у меня запись сбилась. Потому что у меня мышка выскочила на другой экран. Тут надо делать мне, наверное, полный экран. Нет, она и так будет вылетать. Но так я хотя бы увижу. В общем, я вот, думаю, как я вам сказал, пытался что-то пройти. Поставил на запись, а потом она отключилась. Это я сам ее, значит, отключил, получается. Так, когда плюс 50 урона по щитам, и когда ломаете щиты, получите энергию и еще энергию. Пока берем, альтернативы нет, а так говно. Выкинуть в помойку. Вообще всегда сначала лучше идти вниз. Ничего не было? Чувак. Он если захочет поговорить, он на нем будет этот висеть. Сейчас он не хочет разговаривать. А я и не хочу разговаривать с ним. Так, это Академия, кстати. Туда вернемся. Сейчас надо до конца зачистить полянку. И отсюда забрать. Так, меч. Это не меч. Это... Так, золото забирай. Убираем обратно полноэкранный режим. Блин, это все так сложно делать. Потому что тогда я не могу пользоваться переводчиком. Меня выкидывает. А, выпускает для каждого упражнения, которое вы выполняете. Метать кинжалы. Как? Не метается. У меня она была, она не работала. Может, сейчас проверим еще раз. Для каждого упражнения. Либо я тут какую-то кнопку не знаю. Это было не упражнение. Вот это упражнение? Нет, да. Вот оно упражнение. Это перепрыгнуть через него. Но, кстати, с этими ящерами оно полезно. Оно не дает им побежать на меня. Да блин, идиот. Что-то как-то копье уже не очень мне нравится. Две цели сразу. Если бы оно было по урону, прям неплохо. Оно и по урону не очень, и как-то бить им не особо удобно, и комбо не быстрое.
Хорош вам, да? Неждан такой прилетел. Не, ну вот против ящеров, да. Вообще кайф. Издали начал их пинать, и все нормально. Заходи. Сокровище. Топор. Я с ним особо не поиграл. Поиграем. Наверху все. Там внизу я был. Или не был. А то пошел, чтобы все забрать. Походу не был я там. Был. Все, наверное. Нет, магаз. Новый кинжальчик. Крюк. Пока оставляем все как есть. Выпадет, я с ним побегаю. Не выпадет, не надо. Потому что я говорю, фигня. Блин, я забыл, что я пушку поменял. Сижу, бью. Пытаюсь что-то бить. А что это у меня уже здоровья нету? А потому что у них урон дикий. И как так бывает? Ну вот как так бывает? Что ты прям на нее выскочил? Новый лук. Забрал. Эй! До свидания. Неплохо. Когда конец? А то я сейчас, мне здоровья не хватит, чтобы проходить до конца. О, вампирик мне слово уже нравится. При убийстве 30 очков энергии, потом будет 10 здоровья, 5 здоровья. Это идеальная для меня вещь. Ставим. Отправим наши эти фиолетовые штучки. И конец. И конец. Все. Теперь возвращаемся в... Так, магаз мне не нужен. Вот сюда. В академию. Здесь кого-то надо найти. И не сдохнуть. Что за фрезы начались? Или он так и должен бежать? Добежал. Академия, лифт вниз. Ничего не было. Так, ну вот, пополняем зелье, пьем. Можно ли сделать так, чтобы два зелья было? Так, а тут что у нас? Ловушки? О! Врагов пока не видно. Блин, топор этот. Как мне эту штуку сейчас убивать? Вот так. Действительно. Так, ай! Чуть не накосячил. Тут окно, блин. Это жертвоприношение. Нужно ли? Давай. Кинжалы? Ну и давай, 7-й левел. Мне они привычнее. Быстрее скорость атаки, чем этот топор. Тем более они намного круче. Еще выше, да?
Куда лезу? Он не пинается что-то. Блин, ну ты, конечно, его пнул, дядь. Молодец просто. Это что? Даже знать не хочу, что это. Убил? Убил. Хорошо. Еще один этот. О. Столкнешь, получишь. Ну, когда я с объектами их сталкиваю, получаю... Вот это надо убирать. Нет, щиты мы оставляем. Вот эти кинжалы, они не нужны. Да и, по сути, вот эта фигня тоже не нужна. Спину. Если бы она урон дополнительный давала. А это в спину? Это пинок. Вот это убираем. Когда перепрыгиваешь кинжалами бить. А тут новый босс будет, интересно. Да, маги самое противное, что тут есть. Очень много тут вот этих интерактивных объектов, куда можно заходить. Галдишка, и опять это? Когда получаете урон? Не надо. Огонь разбросать там. Понятно, что так... А кто его застанил? А, он об дверь, что ли, ударился? Ха. Дебил. Не, ну ей-богу же дебил. Ой, ты чё? Ай! Блин, нифига, чуть не косякнул. Ой, больно как. Нифига как больно. Я вообще сказал больно, как это, когда еще не увидел, как на самом деле было больно. Ой, каждая голда, а чё? Это классная вещь, походу. За каждую потраченную золотую монету восстановите половину здоровья. Восстановите 0.25 и еще 0.25, да, потом. Это надо забирать, блин. Во, за место этой. Пинок, лужа, не надо. Вот тут-то я как урон получил, я не понимаю. Давайте восстанавливаемся, иначе убьют. Походу, и вот я внизу туда не пошел, а надо было идти. Раз, два, три, четыре. Я во всех был, да? Чтобы как-то они бы отмечались, был я там или не был. Вот этот урод. Капец, он жесткий, конечно. Урон у него жесткий, а не он сам жесткий. Если бы за каждую подбираемую монету было бы... Ну что это за вот гребаная несправедливость? Там мне не пройти, здесь мне не допрыгнуть. Что-то взял оттуда. Допрыгнуть. Смотаться бы отсюда. Ну, конечно, я об эти буду сейчас биться, обо все. Ты меня, по-моему, два раза уже вдарила. Вот опять минус все хп. Вылечился, блин. Не, ну это жесткая была комната. Еще и ловушка эта скачет здесь. Пытаюсь сам себя оправдать, что нормально, нормально сыграл. Детские шалости. Так, стоп. Такие ловушки по мне. Так, дальше уже времени думать особо не будет, да? Ну, конечно. А можно уже вот так было делать. Ну, я забываю про рывок в воздухе. Ого! Я вот так могу лазить? А тут в два раза опаснее. Да ты должен достать, давай не угорай.
Офигеть! На кой черт я сюда полез? Нет, нет! Это очень сложно. О, пробежал. Давай, давай. Ух. Блин, а? Какое дерьмо-то. Внизу не видно, что. Ничего. Я прошел это. Дичь полная. Дай хп. После такого просто обязан. 100 дал. Этого мало. Это новое оружие? Кинжалы какие-то метательные. Да, я такого не видел. И рецепт на него. О! Так это ж кайф. Это сквозь них скакать, да? Блин! Будет любимым моим пока оружием. Дальнобоем. На первого-то босса вообще изи. Как раз там надо сквозь него прыгать. Я уже забыл, где я тут. Да я все наверх куда-то лезу. Блин. Токсичный выстрел. Блин, вообще вещь классная. Вот, ну, щиты тоже прикольно. Быстрее ломать. Но токсичный выстрел, а у меня будет не выстрел токсичный, а вот это. Нет, но его надо ставить, это вещь хорошая. Вот может за счет щитов. За место щитов. Или вот этот. Об объекты когда бьешь. Давай-ка выстрел. Дай сюда. Уж очень он мне нравится. Особенно, когда это реально выстрел. А вот это уже не надо. Когда атака сверху. Создается масляное облако. Масляная лужа. Куда ты, блин, сигонякнул? Так, и лифт. И сохранение. Оу. Может, надо было на начало вернуться? Я же там не допроходил. А может, я и приехал на начало? Открыли одну щеколду какой-то двери. Я и пришел на начало. Я как раз на самое начало и прилетел. А там вон еще лифт. А, это вот второй. То есть его вниз надо, да? Он мне показывает. Его надо снизу. Вот эти вот капец меня стали бесить что-то. Вдарит, практически убивает. А, он урона не наносит, да? А где ядовитое облако? Оно не работает на эту штуку. Это просто как дополнительное уклонение. Да я убью эту поганку, нет? Летающую тварь. Все никак убить ее не могу, попасть по ней тупо гребаными кинжалами. Кинжалы надо менять. И эта штука, она не очень. Урон-то ноль. Благо я об них еще не бьюсь. Могу через них скакать спокойно. Там еще куча ловушек, хилки нет. Как это пройти, непонятно. Правильно ли я вообще иду? Маг. Так, вот эта штука мне не нужна. Мне надо прямиком к нему бежать. Сейчас он стрельнет. И нахер, куда его? Во! А эту можно так вот, да? Так
будто вдарился во что-то. Че кряхтишь-то? Мне проще понизу. Ай! Че за херня? Вали быстрей! Офигеть! Ой, дай хилку. Есть хилка, спасибо, спасибо, спасибо. Блин, я бы кинжалы поменял бы с удовольствием. Фух, жить пока можно. Надо что-то получше. Может, выпадет что-то получше. Вот что делать? Там эта ловушка. Да не сюда ты сиганякнул. Да блин, не убил. Но ты должен был его убить, твою мать! А ты его не туда скинул. Да убегай. Этот спустился снизу, блин. Прям на снаряд прилетел. Красиво, красиво. Да хватит хвататься за все подряд. Блин, он реально... Вот я не хотел сейчас хвататься за эту наверху. Да блин! Нафиг все это убирать, вообще весь мой билд менять. И я не буду наверху там никого убивать, там ничего больше нету, мне и не надо туда. Вон мне надо вниз спускаться. Пацан. Мощный. Но это вот, если четко за спину, то хорошо, да? А если не попал, то типа, ну извиняй, братан. Ничего сложного в этих магах нету, блин, но они такие подлые, а? Со своими выстрелами через стены. Очень подлые. О! Чё базаришь? Признаки борьбы. И немного окровавленной одежды. Где-то я уже видел эту ткань. Это Шахин! Ничего? Как будто ничего не было? А, эта штука там лазит, разбилась. Ну а как еще тут спускаться-то по-другому? Да? Капец! В упор стоит, стреляет. Детина тупая. Эти отправить. Ну. Отправить глимеры. Ну вот, ты не постреляешь. Я бы сейчас пострелял бы. А вот так можно? Можно так. Этого столкнуть. И столкнуть. И зачем? Но он рывок-то в воздухе, его практически там и нету. А, вот и лифт. А вот и сохранение. И все пройдено, да? И мы сейчас будем открывать эту вот дверь. Там то ли новый босс, то ли еще что-то. То ли старый босс. Там следующая комната просто будет. Не, босс должен быть. Ну и чё, я с таким сетапом иду на него? Ты еще дальше. Это просто переход на следующую локацию.
Да, к боссу. Первому, наверное. Ну, как, ну да. Плохо, что боссы не меняются. Надеялся я, что будут меняться. Не, ну вот, вот сетап против этого босса мне нормально подходит. Только яды не остаются. Иди в жопу. Я немножко не в ту сторону долбанулся сейчас. Хватит топать. Чё за дебил? Ой, забыл я про это. Вернее, не забыл, я помнил. А вот про это я забыл. Да все, я забыл про него вообще. Не знаю, на что он способен. Еще раз? Не, все. Так. Бежит сейчас. Улетел просто. У него опять все щиты. Да! Я не могу этим, с этой способностью через него перескочить. А потому что у меня энергия закончилась. Я ему тупо щиты даже сломать не могу. Ого. Это что за баг сейчас был? Да он меня вынесет. Я ему даже щиты не сломал. Ей-богу. Да блин. Вообще ему урона не нанес. Как это проходить? Ну, побывал в академии, да? Как я его проходил? Я его проходил с помощью ядов. А без ядов я сейчас вообще не понял. Во-первых, я все забыл, все, на что он способен. Вы задолбали болтать, вот ей-богу. Ты вернулся. Да, да, я вернулся. Чё? Хорошо, мне нужно остановить гуннского короля. Но чё вы об одном и том же-то? Он каждый раз с меня будет разговаривать. А вот ты. У меня кое-что есть для тебя, мой принц. Это какая-то ваша установка? Вы должны сконцентрироваться. И посмотрите на этот медальон. Это медальон Драва. Мои люди делают это, когда молятся за... Так ты стоишь за этой магией? Эти медальоны действительно очень полезны. Они очень мощные, и поэтому вам следует научиться правильно их использовать. Очень благородно с вашей стороны помочь мне вот так. Я даже могу сделать для тебя новые за несколько духовных мерцаний. Хорошо. Ты скажешь мне свое имя, чтобы я мог отблагодарить тебя должным образом? Меня зовут Паачи. Большое спасибо, Паачи, ты мне очень помог. Покупать новые способности. Поджигать. Так, это что? Восстановит меня? В момент смерти медальон уничтожается, чтобы восстановить. Да. Вот он нужен. Пироманьяк. Убийство горящего врага распространяется огонь на ближайших врагов. Это что? Boost Health. Entercraft. Так они же мне попадались.
Вот это непонятно что. Здоровье восстанавливает. Когда враг убит с помощью окружающей среды. А, восстановите здоровье. Так они все мне попадались. Я что с ними делаю? Я их улучшаю сразу, чтобы они были сильнее. Но тут какие-то есть, которые вообще не попадались. Такого вообще не было. Медальона. Здесь-то я их ставить не могу. Там что выпадет, то выпадет. Апгрейдс. Какие-то вон вообще закрыты. Я не понимаю, как это работает. А где, который я сейчас купил? Его тут нету. Вот он. Апгрейдс. А, он на этой стороне. Это так мало тут медальонов всего. Их надо купить все. Ну понятно, что я нашел еще вот сюда копье и вот этот кинжал. Ну, кстати, не очень. Но почему я одевать-то не могу? Зачем они мне тут показываются? Просто так? Их как-то, наверное, можно будет улучшать. Потому что урона-то нету нифига. Так. Что у нас получается? Новый забег смысла не вижу идти. Продолжим, ребята, мы уже проходить тогда в следующей серии. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи и пока. Пока.